вчера писал в книгу, значит, по поводу проверок перед сексом, вообще по поводу женских проверок и возражений, это очень такая интересная тема. Блин, столько всяких историй интересных. Смотри, в общем, сейчас попробуйте рассказать очень важную штуку, почему, может быть, у тебя были такие моменты, когда там девушка пришла к тебе домой, но секса не было, и потом она больше на следующий день не пришла или что-то еще. То есть вообще расскажу, в чем косяки мужчин, то есть в чем там, какие-то косяки женщин и так далее. Значит, смотри, начну с того, что девушка готова намного больше тебе позволить и на свидании, и при знакомстве, чем ты сам себе позволяешь. Это я уже много раз говорил. Тут недавно был такой случай, что мы просто приехали с другом в кафешку, подошли, просто буквально 5 минут сразу начали что-то нюхать, обнимать, лапать, говорим: девчонки, вы что, вы куда? А они говорят: а мы типа, ну, уже там собирались уходить, нам в принципе пофиг. Мы говорим: погнали с нами тусить. Они говорят: да, погнали с вами тусить. Все, и мы поехали с ними. Все оказалось намного проще. И потом, как бы вот после секса, ну, у меня есть такая привычка, у моего друга есть такая привычка. То есть когда после секса с женщиной, то есть мы спрашиваем у них, что было вообще. Вот. И как бы в этот раз там мой друг спросил у девушки, как бы, а почему она решила, что вот так легко вот, блядь, позволить себя трогать и так далее. Хотя девчонки такие довольно высокого уровня, я могу сказать, что это удивительно. Ну, я ожидал, что сейчас будет какой-то там, кто вы, и так далее, а все оказалось очень легко. И она рассказала ему, что, говорит, да, мы приехали потрахаться, представляешь? То есть мы поняли, что мы вот хотим, чтобы нас какие-то мужики цепанули. То есть это нормально. То есть они приехали за этим. Но в чем прикол, что кто-то другой на нашем месте, скорее всего, даже если бы с ними бы познакомился, то есть он бы их повез там куда-то в ресторан, в кино, боялся бы к ним прикоснуться, там у них был бы какой-то вечер, там вся херня. И самое интересное, это же прикол, ты сидишь, ты стесняешься ее потрогать, ты боишься, что вдруг там что-то не так, что-то скажут нет и так далее. Вот. А она сидит и в это время думает: ну когда же этот мудак начнет меня уже целовать, лапать, или когда он же меня повезет к себе. И это реально правда жизни. Все может быть настолько проще, если ты просто возьмешь и сделаешь это, ты попробуешь, возьмешь на себя ответственность. Естественно, что при этом ты начнешь ее трогать, она скажет, типа, может сказать, что типа, чувак, ты что делаешь там? Ты распускаешь руки и так далее. Но самое главное, не слушай женщину, как бы, а смотри за реакцией, смотри за текущей ситуацией, за текущей обстановкой. То есть, если она при этом не уходит, ну, нелогично, да, то есть, если ей не нравится общение с тобой, она встанет и уйдет. Если она до сих пор здесь, ну, значит, наверное, нужно продолжать. А многие мужчины тупят, большинство, вернее, даже. И как бы я здесь руководствуюсь таким принципом, что ты попробуй. Вдруг получится, вдруг прям реально пройдет, да, и так и происходит обычно. Тем более, смотри, если, когда ты практикуешь пикап, и у тебя есть какой-то выбор, какая-то альтернатива, как, ну, много и других, и как бы разных женщин, и знакомств, и так далее, ты спокойнее отнесешься к тому, что если какая-то из них там возьмет и сольется, и у тебя будет более спокойное отношение, ты будешь разрешать себе трогать, разрешать себе распускать руки, более нагло себя вести, то, что им, в принципе, и надо. Это реально факт. То есть еще раз хочу тебе сказать, не бойся, разреши себе попробовать. Самое худшее, что случится, она просто скажет: ну, чувак, ты охренел, там, ты меня лапаешь, там, я не такая, уйдет. Ради бога. И она еще полгода будет без секса, потому что по сравнению с теми мужиками, которые с ней обычно встречаются, ты ее хотя бы потрогаешь. Все остальные будут водить ее по кино, по ресторанам, и она будет сидеть, скучать и думать: боже мой, блядь, когда же он начнет меня лапать? А он так и не начнет. Вот. И сейчас, в общем, я пишу такую, дописывал вчера уже, редактировал последние штрихи главу по поводу проверок и возражений. Вот. И смотри, то есть в своей книжке я сравниваю, ну, как бы, мужчине нужно логическое объяснение, ему нужны логические примеры. То есть женщина хочет секса. В своей книге я стараюсь дать тебе максимум каких-то примеров, которых ты никогда не видел ни на моем канале, ни где-то еще у кого-то, которые
ну, максимально доступно на нашем мужском языке объяснят тебе, что можно, что нельзя, что когда делать и так далее. И там я сравниваю, как бы, ну, некое есть понятие «последнее сопротивление перед сексом» или там «проверки возражения перед сексом». А для тех, кто романтически настроен, там, как бы, вот эти слова «сопротивление» могут вызвать какой-то этот негатив. Не, ребят, это никак не связано с тем, что вы ее зажимаете там силой и, не знаю, тащите к себе в чулан. Хотя так иногда надо делать, и женщины потом еще вам спасибо скажут. Это связано с тем, что иногда девушки часто, несмотря на то, что вроде бы это нелогично, они, пытаясь снять с себя ответственность там и по многим другим причинам, они начинают как-то сопротивляться перед сексом или говорить тебе «нет». То есть как это происходит, вернее, почему это происходит? Во-первых, потому что ей нужно, еще раз, чтобы ты сложил с себя ответственность, с нее ответственность. То есть это не ты такая доступная, это я тебя трогаю. Можешь даже это озвучивать, говорить словами. То есть это не, ну, смотри, я сейчас тебя трогаю, вали все на меня, это я такой, ты здесь ни при чем. Это не ты мне разрешаешь себя трогать, это я тебя трогаю. И это реально работает. То есть они хотят свалить с себя ответственность. Второе, они боятся показаться слишком доступной. И там третье, то, что они хотят проверить тебя, насколько ты настойчив, насколько ты целеустремлен. То есть для нее это какая-то бессознательная проверка тебя на предмет того, сильный ты самец или нет, сильный у тебя ген или нет. То есть фильтрация слабого самца, так называемая. Там еще очень много причин, но самое главное, смотри, например, девушка пришла к тебе домой. Я хотел бы, ну, вот, чтобы ты сейчас понял, то есть... То есть эта ситуация описана в книге более детально. То есть я сравниваю там последнее сопротивление с шоколадкой. Представляешь, то есть вот ты ешь шоколадку, напротив тебя за столом сидит девушка. Она очень голодна, во-первых, она очень хочет есть, во-вторых, она очень давно не ела шоколадку, и в-третьих, она очень любит шоколадку. Постоянно под словом «шоколадка» проводи параллель с сексом. То есть шоколадка, секс, секс, шоколадка. То есть это одно и то же, по сути дела. Это какое-то удовольствие для нее телесное, физиологическое. Не имея которого, девушка, ну, не будет чувствовать себя там хорошо. Ты ей предлагаешь шоколадку, говоришь, на, возьми. Она говорит, нет, я не буду. Я пришла к тебе просто чай попить, а ты мне тут, оказывается, еще и шоколадку предлагаешь. Ну, ты вообще обнаглел. При этом она видит, как ты ее ешь, она чувствует ее запах, она видит, она смотрит, как каждый кусочек этой шоколадки исчезает у тебя во рту. Ты говоришь, на, бери. В какой-то момент ты даже ей прям вот буквально силой пропихиваешь туда, вот в ее сторону отталкиваешь эту шоколадку, говоришь, на, угощайся. Она уже не может сдерживать себя, потому что она безумно хочет шоколадку. У нее давно не было этой шоколадки, то есть секса. И она пришла к тебе за этим, но она говорит, нет, то есть там, не надо мне, ты что там, иди там, ешь ее один, а тебе уже надоело есть ее одному, да? В одиночестве. То есть тебе хочется съесть шоколадку с женщиной, причем именно с этой, потому что именно эта девушка тебе нравится. И поэтому ты не понимаешь искренне, вот почему, ну, как бы многие мужики, они реально не понимают вот этого. То есть, ну, это же нелогично, да, то есть вкусный шоколад, на, ешь, и тебе, и мне будет прикольно. Она говорит, нет. Хотя при этом, как бы, она вроде бы должна, ну, как бы, всеми фибрами души его хотеть. Но еще один момент, прикол не в этом. Прикол в том, что если ты все-таки не сможешь убедить, возбудить, там, уговорить, ну, то есть, как бы, не сможешь угостить ее шоколадкой, то есть она так ее не съест с тобой, то есть шанс, что когда ты ей завтра позвонишь, то есть ты еще отправишь ее домой, позвонишь ей завтра, скажешь, слушай, ну, давай я сегодня все-таки тебя накормлю шоколадкой, ты же очень хочешь, я же знаю, то она, скорее всего, не придет, потому что вот... Для нее это будет то, что она якобы согласилась прям прийти к тебе за сексом, за этой шоколадкой. Вот, ну, такая вот нелогичная для нас мужчин. Почему я связываю это с шоколадом? Потому что для тебя это будет проще понять. То есть всю нелогичность и абсурдность ситуации. А еще прикол, ну, только стоит ей распробовать эту шоколадку с тобой, да? То есть потом она еще второй, третий раз попробует, потом она сама будет просить у тебя эту шоколадку, чтобы ты ел ее с ней каждый день по нескольку раз. И попробуй только, сука, как они говорят, попробуй только съесть ее с кем-то другим потом. Она же тебе весь мозг сделает. Просто вот смотри, да, абсурдность в чем. То есть она якобы не хочет секса, но это нелогично, да, потому что если у тебя была уже женщина до этого, ты помнишь, как она часто хотела секса.
если ты, конечно, нормальный мужик. Ты помнишь, как она сама тебе часто говорила: давай, давай, попробуй только ее вот, ну, не трахни, не сделай свой там, не выполни свой супружеский долг. И если ты потом только попробуешь с кем-то другим заняться, какой-то другой девушкой, ну, потом проблем не оберешься. В этом ты прикол, то есть нелогично. Как бы они его любят, они его хотят, но они вот, блин, всячески показывают, что не надо. Поэтому, мужик, руководствуйся такими принципами, что если она сейчас с тобой до сих пор, значит, тебе уже можно все с ней делать. Как только ей что-то не понравится, поверь мне, она найдет тысячу и миллион один способ для того, чтобы уйти и избежать с тобой общения, чтобы ты ей больше не звонил, не знаю, удалит твой номер, переедет жить на Луну, дофига сейчас сделает. Наймет, не знаю, китайскую мафию для того, чтобы тебя застрелили где-нибудь в подворотне. Она сделает много чего. Поэтому, ну, единственный посыл этого видео, наверное, в том, чтобы ты не тупил. Вот. То есть об этом я более детально рассказываю в своей книге. То есть там очень много будет моментов, которые происходили с тобой наверняка, если ты хоть как-то практикуешь знакомство и соблазнение. Но ты не знал, что с ними делать, то есть как себя вести, как действовать в этой ситуации. И возможно, что ты, как, опять же, мужчина, существо логическое, во всем обвинил себя, что, блин, я какой-то стрёмный, что-то мне не хватило, я недостоин этой девушки, я где-то тупанул. Все очень просто. Законы человеческого общения в принципе, да, и законы общения мужчин и женщин, они на самом деле очень простые и конечные. То есть их есть какое-то количество, но все они, как бы, они не безграничны. То есть определенное количество конечное. Например, там есть 20 или 50 правил каких-то основных моментов, которые ты должен или не должен делать с женщинами. Просто обычные люди, которые далеки от пикапа, они этого не знают. Но у тебя сейчас появилась возможность это узнать, прочитав мою книжку. Потому что там еще раз написано все дословно, доступно и понятно. Таким образом и так структурировано, чтобы ты просто мог, читая ее, параллельно выполняя какие-то задания из нее, один раз и навсегда решить свои проблемы с женщинами. Я могу тебе дать практически 100% гарантию, потому что, к сожалению, есть человеческий фактор, и делать все равно придется тебе. Если бы я за тебя мог прийти и сделать, то я бы дал тебе 100% гарантию. Итак, я сейчас говорю о том, что могу дать тебе гарантию того, что, прочитав эту книгу, у тебя больше не будет никаких проблем с женщинами. То есть 99,9% всех твоих непонятных, нерешенных ситуаций и вопросов, которые уже были и которые еще будут в твоей жизни с женщинами, они будут решены после того, как ты прочитаешь мою книжку. Я надеюсь, что это видео было полезным. Увидимся. Пока. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся.